Для придания свежести лицу я наношу тональный крем «Мулет». В нем содержится минерализированная вода и плюс пудровые частицы, которые держат цвет и макияж в течение всего дня. Я наношу под глаза корректор Skin Flash. Золотые тени я наношу на подвижное веко. Серебряное наношу под бровь. Черным карандашом под глаза я рисую стрелку. На ресницы наношу тушь New Look. Она содержит пчелиное маточное молочко, которое ухаживает за ресницами. И она хорошо прочесывает ресницы, плюс она их подкручивает. Для того, чтобы наклеить ресницы, я на основании ресницы наношу клей. И начиная от внешнего угла к внутреннему, я клею ресницы. Я помогаю себе карандашом, чтобы они лучше зафиксировались на веке. Моделировать форму губ я наношу Skin Flash на губы. Можно не использовать контурный карандаш, если у вас нет оттенка в цвет помады. На губы я наношу устойчивую помаду Diorific 0,38 оттенка.